У нас зацвела черемуха. Вот видно, да? Потому у нас похолодало. Жалко. Здесь под балконом нет черемухи. А я все клипами с пословицей. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. По людям продолжаю бить без промаха. Так. Там чайка все еще сидит на гнезде. Понять ее способных, потому что людей в мире очень мало. К огромному сожалению. Потому что, как говорил Уильям Шекспир, глупость и невежество – общее проклятие человечества. Вот такие вот дела.